Сейчас Ирочка продемонстрирует вибрационный массаж, да? Ира, мы делаем с тобой вибрационный массаж не так просто, да? Мы делаем его в трех регистрах. То есть, когда мы будем массировать лоб, мы будем брать нотку повыше. Потом, когда мы будем массировать область маски, то есть переносицу, скуловые кости, да, мы возьмем нотку пониже и над губой, под губой. И самый низкий звук мы будем с тобой извлекать, когда мы что будем массировать? Область груди, да? А потом немножко ребра спереди и сзади. Договорились? Итак, звук «М». Свободное звучание. Самое высокое берем сначала, какое только можем. Начинаем. Добрали дыхание, переходим на другую область. Поколачиваем больше, да? Пальчики не столько нам разглаживают как-то так, а как бы поколачивают для того, чтобы активировать. Вот смотри, как вот, знаешь, вот как ты играешь на чем-нибудь, вот нотки перебираешь, да? Вот так вот, поколачиваем. Звучим, давай, и... Переходим на звук «В» над верхней губой. Вдох. В. Под нижнюю губу звук «З». Вдох. И со звуком «Ж» переходим на грудь, да? Вдохнули. Давай сначала пальчиками, давай. Сначала пальчиками «Ж». А теперь Ира встанет и покажет нам, как она делает на ребрах впереди и сзади. Жужжим и делаем. Давай, жужжим. И сзади давай. Немножечко поколоти.